Всем здарова, народ, с вами Рокут я. Сегодня играем в игру, которая называется Z. Погнали! Это здание корпорации ЗОПа. Что? ЗОПа? ЗОЛА, она занимается расчисткой космоса от мусора. А это Z, хороший парень, он окончил курсы космического мусорщика и пришел устраиваться на работу. А это начальник над теми мусорщиками, мистер Запоны. Говорят, что многие темные делишки в корпорации собираются при его участии. Очищать космос от мусора – это ответственность. Ты подумал, мальчик, зачем тебе эта работа, не лучше ли заняться чисткой окон? Понимаете, мистер Запоно, отец моей девушки сказал, что не выдаст ее за меня замуж, пока я не стану богатым и знаменитым. Так, блядь, если ты будешь чистить мусор, это не факт, что ты станешь богатым и знаменитым. Сейчас, минутку. Разбогатеть не надо ко мне работать. Сейчас, минуточку. Да, мир Запоны, я понимаю, дайте мне задание посложнее, вы не пожалеете. Размечтался, бляк, ладно. Твое рвение мне нравится. Для начала отправлю тебе на легкий участок, спрашивается, получишь ли ты работу. Ага. А я тебя больше не задерживаю. И мы погнали мусор чистить. 7 зон тут, а поехали с первого посмотрим. Ну, во-первых, уровень, приготовьтесь. Пиум-пиум. Это чё, зума разного уровня. Я время через это либо кнопка мыши. Да, понял. Это что за зума только в космическом виде, так скажем? Да я понял. Муха, отойди. Муха, отстань. Да ты ебал, это муха, честное слово. А чё, я не мог как привыкнуть? А как? Да никак. Обидно. Это типа она, нихуя себе. А, все, окей. А сколько ты, 7 зон только? А зона 1 уровень 2, приготовьтесь. Хорошо. Что за корабль? А, она отскакивает? А, точняк, она же умеет отскакивать. Бля. А, хорош попал. Угу. Угу.
Так. Не, кстати, я думаю, в свое время очень сильно любил, поэтому я в таких их неплохо играю. Мне, бля, кстати, бомбы очень нравятся. Все. Ну, пока что норм. Тут моя игра не особо так долгая. Серия из первого задания называется Комбат, а я в курсе, что такое Комбат. Ну, первое, что здесь? Что это такое? Она мне не нравится, она меня напрягает. Бля, я забыл, что могу летать. Просто я на том месте могу. Бля, я откуда знал? А, он отскакивает от этого. Я хочу, кстати, с первую зону сразу пройти, а потом в следующий раз вторую пройти. Супер комбо. Блять. Бабах. Эйсерли. Блять. Ты что, мусор? Бля, ты шо, я мусор. Куды на меня? А, вот, давайте ряди. Я помню для новичка за это. Мистер Запоне, как насчет зарплаты? Что, какая зарплата? Это был
испытательный выигрыш. Вот теперь я вижу, что ты справишься, и даю тебе работу. Да, если ты когда-нибудь женишься на садишь. Кстати, как ее зовут? У нее удивительное имя Зума. Блять, Зума. Зума, я про нее говорил, что игра была Зума. У нее так лет сама Зума, отец, который мистер Запал, богатейший человек города. Да, это она. Высоко ты замахнулся, дружок, на ее отца, и я могу желать тебе только удачи где-нибудь в лотерее. Я люблю ее, а любовь побеждает все. Ладно, тебе новое задание, как тебе ступай. Так, на этом мы закончим.